тут ненадолго вышла, просто пару вопросов ответить к вам. Сейчас сделала себе капельницу опять. Наблюдаю за своим состоянием. Так интересно, конечно. Очень интересно, насколько все это взаимосвязано. Приветик, ребят, привет. Не, ничего не случилось, все прекрасно. Почему вы решили, что что-то случилось? Все великолепно. Кудряшки в душе остались. Просто помыла волосы и все. А почему вы спрашиваете, что случилось? Все? А, из-за капельницы. Не-не, все хорошо. Я просто восполняю себе ферритин. Железо упало на ноль уже несколько лет. И началось, то есть у меня такая хроническая железодефицитная анемия. То есть у меня просто вообще, допустим, я пальчики на ногах не чувствую. Потом у меня там часть стопы я не чувствую, онемевает. Вот, и, короче, надо прокапать ферритин. И я вот сейчас это восполняю железо. Так что, поэтому делал капельницу. Тоже вторая капельница, кстати. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кстати, всех поздравляю с первым, со священным месяцем Рамадана. Тоже такое событие, не знаю, правда, есть здесь. А, ну, в принципе, сейчас вечер, сейчас можно. Ферринджект. А он мне сказал, какие мы капали, что мы капали. У меня в сторисах, я уже, если честно, опять забыла. Вот. Мясо, ребята, как и любое там, вино красное, гранатовый сок, это надо выпить и съесть тонну, чтобы хоть чуть-чуть поднялось железо. Поэтому им не восполнить железо, если оно вообще на нуле. Это нужно уже лечиться, получается. Нужно прям капельницу ставить. Ну ладно, короче, вот, я хотела сказать, что если есть какие-то вопросы по этому поводу, я оставила очень крутого как его профессия называется, забыла, боже мой. Ну вы поняли, короче. Эндокринолог, вот, эндокринолог. Мы сначала делали, короче, аскорбинку 1000 миллиграмм, а потом, значит, физраствора 300 миллилитров, по-моему, или сколько там было. А далее, потом, значит, далее мы делали что? Далее мы делали железо и снова потом. Hello, hello, glad to see you from New York. Hey, guys. Hey, guys. Андролог, он андролог, да? Или эндокринолог? Может быть, андролог, точно, 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 вы молодцы. Ну, эндокринолог, андролог, да. А в Америке капельницы не делают витамина С, как быть? Ну вот, по сути, ферритин не усваивается без витамина С. Как они тогда делают, я не понимаю. Это как бы неграмотно, наверное, неправильно считается, наверное. Вот. Сегодня что ела? Я сегодня съела бургер. Заказала в ресторане фарш, но он такой был холодный. Ну, вкусный, кстати. Я вас люблю, вас тоже очень люблю. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Oh, what lipstick do you wear? This is, I have no lipstick now. This is just like, I have no lipstick whatsoever now. And usually I use my lipsticks. I'm launching my own lip line product. And this is gonna be a different lipstick than we used to see, because it's gonna be two of them.
question first, which is this Victoria Bonio, you see? This is my brand. And we are launching really soon, but you have to use two lipsticks. One to make a shape, the one you want. You can make it higher, thicker, bigger, thinner, because when you use this lipstick, so it gives a layer. You can't have the same, you can actually do the same way with the pencil, because the pencil is quite thin, and that's why I made this lipstick, so you can make any shape you want. Так, дальше. Как витамин D чистку, наверное, витамин D ничего не славится. Ага. В этом году чистку печени не сделаю, обязательно буду делать, но пока не сейчас. Чем поднять иммунитет? Сейчас, подождите, я заблокирую, здесь есть неадекваты. Чем поднять иммунитет? Надо вообще сделать полностью развернутый анализ крови, чтобы посмотреть. Do I take any baths? Actually, no, I don't. But now I have to, since I'm doing this infusion, they told me to take, now I have to take some Mirigamma, is the vitamins B. I have to do this injections in my butt. And omega-3, and then I'm gonna do Magni for 2 months. And what else? And Selene and some other like vitamins. Usually I don't take them. Когда в Германию лечу, пока не собираюсь. Я вас тоже люблю, очень спасибо. How do you recognize wearing Panareal? What is that? What is Panareal? Вредно пить, прокапывать. И прокапывать железо поднимает, но частично организм вредит сосудам. Вы спрашиваете врача обратную сторону. Алина, он сказал, что железо только, то оно очень сильно окисляет, и вы правы насчет того, что он там, допустим, да, может вредить. Поэтому сначала колет аскорбинку, сначала колет витамин С, чтобы ощелочить. И далее, когда он мне делает одну каплю витамина С, дальше он мне колет вот этот вот ферритин, и еще сверху снова 300 миллиграмм снова витамина С. То есть мне 2 раза витамин С колет, до и после. Маникюр красивый. Ну да, это мой обычный маникюр, стандартный, как обычно у меня. Я не грустная, но я не грустная, просто, ну, как бы расслабленная. Я не грустная вообще. My sunglasses, this is Louis Vuitton. Actually, I lost them and in the plane. And the guy who was sitting behind me, he found them and he texted me on Instagram. Я потеряла эти очки в самолете, когда в прошлый раз прилетела, представляете? И парень, который сидел сзади меня в самолете, нашел их, потом написал мне в Инстаграм, что Виктория, типа, у меня ваши очки, и что самое интересное, по совпадению, он, у него очечный магазин. Он говорит, я их немножко там подчинила, они, говорит, были что-то там, ну, может, не знаю, болтик, может, что-то. Короче, вернул очки, представляете, какой кайф. А мы с вами их вместе покупали, между прочим. Помните, Монако? My vitamin, you are sunshine. Где дочка? Она в Дубае. В Дубае с отцом. Как считать, БАДы нужны? Мне кажется, БАДы себе назначать точно не надо. Мне кажется, что нужно все-таки доктору пойти. Вот я вам посоветовала, да, врача. Он очень крутой. Если вы, допустим, ну просто представьте, что вы не можете к нему попасть, вы в другой стране, сдаете кровь и пишете ему просто, и консультацию можно, наверное, попробовать там сделать, как я ему написала онлайн. Он мне вообще все онлайн назначил сначала, а потом я уже к нему приехала.
You are beautiful. Looking for your complete things, please. You look amazing. No, thank you. Fufu. Are you nervous? No, I'm not. Hey, I like you looking. Thanks, guys. Why am I nervous? I'm like, I'm just super chill. You like this one? Какой лучший совет можете дать девочке, которая рассталась с парнем, с первым парнем ее жизни из-за измены? Начну с того, что все мужчины, которые изменяют, и девушка об этом узнает, это уже изначально, наверное, те мужчины, из которых нужно избавляться пораньше. You're beautiful, thank you. А, смотрите, кстати, очень крутое интервью сегодня смотрела от этого, кстати, вот Евгения, к которому сейчас ездила врачу. Он говорит, что коллаген не усваивается просто так. Коллаген и уходит, когда нет... Чего же он говорил, когда нет чего, уходит коллаген? Гормоны эстрогена, по-моему. Вот там, короче, это все вообще. Губы сушат, своя помада не спасает. Нет, у меня не из-за этого губы сухие. Они у меня не из-за этого. Я не планирую вакцинироваться, нет. Я вакцинируюсь по-другому. То есть я делаю другую вакцину. Я ее сама просто придумала. И как бы вакцинируюсь каждый день своей вакциной сама. Так же, как и дети, знаете, я, короче, как дети вакцинируюсь. Your nails today is very nice. Oh, thanks. Yes, this is usually I wear this type of manicure, like really natural. But sometimes you want to hide, like you want to have something different. I would give you $100,000. Why would you give me $100K? Your angels. I'm crazy for you. Oh my god, thank you, Pablito. It's so sweet of you guys. Great to see you. Great to see you too, guys. Ah, Manica. Manica just left me. She's on the way home. Курс мимика when? Soon, guys, soon. Soon, I promise you. I already started like doing the everything. Tell my Florida man as I need 100K. Yeah, exactly. There is some people there need money. I can ask, where are you doing ayahuasca? I am doing ayahuasca only at the places and the countries where it's legal. This is the main point. Only when it's legal. So that could be Spain, Italy, Portuguese, all Latin American countries, and some of the states of America as well, like Florida. Have you actually guys tried ayahuasca? You are even more beautiful in the sun, inside and outside. Thank you, Denise. Расскажите про кольцо, если можно. Это кольцо мне подарил человек. Ну, конечно, я не могу сказать имени. Известный бизнесмен. Я думаю, что это, наверное, самое дорогое кольцо, которое у меня есть. Вот. И подарил мне, и у нас никогда не завязалось ничего с ним. А кольцо подарил. Welcome, привет, Димочка! In Holland as well. Oh my god, that's cool. Yes, of course. What is huyasca? Huyasca, it's called ayahuasca. It's a medicine that heals your body and your soul. Нет, у нас не было никаких отношений. Мы даже, по-моему, не целовались. Не то что секс. Сафин? Нет, Сафина мы сегодня встречаемся. Он сейчас татушки делает себе. Забивает. Такие татушки сделал прикольные. Сегодня он на шее сделал, на груди сделал. Все успел.
изумрудом, почему не ношу, потому что оно настолько все вот такое вот кудрявое. То есть вот это кольцо можно каждый день, оно не цепляется ни к чему. А то оно такое кудрявое, с такими шипами, вот это, что оно такое прям нарядное, его прям просто на каждый день оденешь, мне кажется, поэтому. Я бы не сделала себе тату. Я хочу удалить свою татушку, которая у меня есть. Пусть покажут татушки. Но я не знаю, можно показать или нет. Я вам фотку. А, у меня фотка в WhatsApp. Ладно, я когда с ним увижусь, сфоткаю татушку, его покажу. Я не вакцинировалась и не собираюсь даже. По крайней мере, я говорю, у меня своя вакцинация, и я делаю это своим способом. Do you often wear earrings? I do sometimes, yeah. Buonasera, Victoria. Привет, Срима, привет. I have request, please reply to me. Yes, sure. Как самочувствие после капельницы? Вообще супер. 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 Да, тату вообще просто для меня это просто, как вот, честно говоря, ну, как бы табу. Табу. Мне не нравятся татушки. А расскажи о своем способе вакцинации. Ну, я боюсь рассказывать про свой способ вакцинации, а то вы пойдете так же вакцинироваться и заболеете, не дай бог. Просто для меня... Для меня мой способ вакцинации – это... Это как дети. Я посмотрела на детей, что они делают. Они ползают по площадке, просто по полу, руками, качели, все это в глаза, в рот, в нос, руки. И я так же делаю. Я нажимаю кнопку лифта, открываю двери, потом этими руками ем, намеренно их не мою, специально не мою руки. Вот как пандемия началась, я перестала мыть руки. Не, ну, конечно, я их мою, там, допустим, когда иду в туалет, но... Вот так вот днем, сейчас я открою эту ручку, вот это все вот так вот потрогаю, потом буду руки и губы трогать. Вот это моя вакцинация. Мой организм должен сопротивляться всяким там вот этим извне, понимаете? А если я буду себя стерилизовать, сейчас вот это оденусь, в кокон забьюсь, потом первое твое прикосновение к какому-то вирусу, и ты начинаешь заболевать. А так у меня иммунитет сам поднимается. Короче, я как ребенок вакцинируюсь. Хожу, вот только в 100 раз не облизываю ручки, а так практически все то же самое делаю. Вот. Вообще у нас организм, я тогда, когда изучала, около 80 миллиардов вирусов различных содержит. То есть мы сталкиваемся, скорее вот так правильно будет сказать, мы каждый день сталкиваемся около 80 миллиардов вирусов. Вы можете себе представить? Вот. И я это мой способ, я никому не рекомендую, как бы делайте так, как вот как вы считаете нужным. Вы должны. Кстати, я такую сладкую новость недавно вычитала. Так круто. Вот вы должны слушать свое сердце. Вы вот меня, кто знает много лет, всегда говорят. Я всегда говорю, слушайте свое сердце. Оно никогда не соврет. И что вы думаете? Я вычитала новость, что, оказывается, последние studies показывают, что у нашего сердца есть тоже нейронная сеть. Я об этом не знала. То есть у сердца есть своя нейронная сеть, она как, ну, практически как мозг. И получается, уже научно доказано, что мы можем принимать решения сердцем. Представляете, какая интересная информация? Но я думала, откуда? Это не интуиция. А сердце, и так как у нас нейронная сеть, допустим, как они говорят, головной мозг, это все равно левое и правое полушарие, поэтому в голове всегда будут дуальности, то есть всегда будет да, нет, плохо, хорошо, опасно, безопасно и так далее. А в итоге сердце имеет одну нейронную сеть, то есть у него нет правого и левого полушария, поэтому всегда правильное решение будет принято сердцем. И мое сердце мне говорит, не надо мыть руки. Вот. Ну, как бы это для меня вот такой мой способ.
Я продал машину, хочу вам сделать предложение. Вы серьезно? А вы серьезно? Hard work, air and out. Iron out. Ой, спасибо большое. Спасибо вам большое за ваши приятные слова. Спасибо, мне так приятно. У тебя есть бедные подруги? А что такое бедные? А, уточните просто, мне интересно. Я всегда слушаю свое сердце. Но иногда надо включить разум, потому что иначе можно тоже, как говорится. Нет-нет, разум подключать надо. Рамадан. Oh my god, you're a Barbie girl. This is so sweet of you guys. Да, говорит, я же обещал. Сделал, теперь жду вас. Ну вот я в Москве, в принципе, еще. Видите? В Москве. А ваш салон в Одессе? У нас в Одессе нет салона пока еще. Хотели бы перекрасить свою брюнетку? Нет, не хотела. Кто там цветы дарил? Много кто дарил, кстати. Заберу Мурочку потом как-нибудь, заберу. Что написано на толстовке? Ну, если только перевернуть камеру, наверное, тогда можно понять, что так. Так вы не поймете, что здесь написано. Из сердца пламенный мотор. Это Варя Уварова подарила мне. Благотворительная. Почему в очках? Просто в очках. Не почему, просто в очках. Можно мне быть в очках? 3 минуты. Ага. Окей, what do you do? What do you mark a Habibi, okay? What are you marking in Ruby? I add you back in a B. I want to be happy, make happy. Palette. Окей. Домой еду, ну почти домой, да, навстречу и потом домой. I love you too. Короче, вы знаете, что я тут подумала недавно? Сейчас опять скажу, потом опять разнесу по всему этому, как тогда мои слова. Не буду говорить, ладно. Иногда забываю, что я публичный человек, а потом мои слова раздирают на... вырывают из контекста и разносят по новостям. А что за ухажёр был в прошлый раз? Ну, тот ухажёр пропал, кстати. А было несколько. Один был неадекватный, один был нормальный. Ну, как бы, такой чуть-чуть навязчивый. Мы с ним поговорили, все, он как бы... Он пишет мне, но как бы не достает меня. А есть неадекватный человек, который до сих пор, он пишет просто какой-то... Нет, я уже заблокировала его везде. Ой, Никол, спасибо вообще большое. Говори, не говори. Я не буду говорить. Вы никому не скажете. Да просто здесь журналисты бывают, поэтому они скажут. Но с другой стороны, я же не буду сохранять эфир, могу сказать. А, короче. Я так подумала и думаю, наверное, все-таки Билл Гейтс прав. Вот и все. Больше я ничего говорить не буду. Наверное, все-таки прав, потому что такое потребительское отношение ко всему, к ресурсам, к планете вообще, к природе. Может быть, он прав. Может быть, действительно стоит подсократить нас, как саранчу. Doing. Приехали. Я приехала. Я вас люблю очень сильно, мои хорошие. Люблю, прям люблю, 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 люблю собаку. Люблю безумно. Все, увидимся еще потом как-нибудь. В корыстных целях, думаете, да?
не знаю. Потом